410 миллионов 689 тысяч рублей предусмотрено в федеральном бюджете на выплаты самарским семьям, в которых в этом году родился или родится первенец. Вопрос предоставления пособий сегодня обсуждали на заседании регионального правительства. Напомню, с инициативой поддерживать семьи выступил глава государства. С 1 января в России стартовало десятилетие детства и начали действовать новые дополнительные меры помощи. На ежемесячную финансовую выплату, ее сумма составит почти 10 тысяч рублей, смогут рассчитывать семьи, размер среднедушевого дохода которых не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума. В Самарской области это 16 608 рублей. По предварительным подсчетам, выплату в регионе получат более 9 тысяч семей. Коллеги, убедительно вас прошу максимально ускорить оформление этих мер господдержки. Вот максимально. Не вот людям подсказывают, где-то еще раз подчеркну, за них даже на этом этапе, на начальном сделать. Вот у нас в январе родился ребенок, в феврале выплаты, не позже. Все. И так дальше ежемесячно. Можем ускорять, можем быстрее, сейчас мы тоже технологический этот механизм освоим, значит, как можно быстрее, месяц в месяц.